Здравствуйте. Жақсылар күнделігіне көрділер. Бүгін 8 март 2020 ел. Бүгін Бродерсдорфте в Тюрта менің кейнімді бұмынды машиналар. Электрический электромобильді пайдыл тұрған. Бұйымды машиналар заряд қалып тұрған. Бүгік номерлі Австрия деп көрір. А деп обозначениесі Австрияның. Оның үзі бұ емектер депселдер. Электричествола зарядка алынып, она и дышит и лептят. Вот. Текши топы машиналардың 20 грэ машина мында айландыра баса тұрлаған. Уважаемые друзья, сегодня 8 марта 2020 года. И сейчас мы находимся в селе Бродерсдорф, штат Нижняя Австрия, Бундесланд. И хотелось бы сегодня рассказать несколько слов о почтовом сервисе. За моей спиной так называемые электрические зарядные станции. Это новейшие автомобили Renault. Вы видите номера железные с синего цвета обозначение А. Это означает Австрия. И ПТ это служебные автомобили, которые принадлежат автомобили службе, почтовой службы Австрии. Так вот. Хотелось бы коснуться этого вопроса, поскольку я родом из небольшого села, называется Кырлы Кузьканского района Республики Алтай. Длительное время я подписывал газету, российская газета, и ее мне удалось подписаться только лишь из-за того, что я являюсь студентом юридического факультета, который я с гордостью окончил и получил диплом. Так вот, хотелось бы рассказать о следующем. Там усть-канские почтальоны стали задерживать доставку. Неизвестно по каким причинам, были ли автомобили или нет, но в данном случае усть-канский райсуд, рассмотрев гражданское дело, удовлетворил мои исковые требования и обязал взыскать с усть-канского районного отделения Почты России сумму неустойки, поскольку они более 1 месяца, там есть юридическое приложение, которое готовят судьи Верховного суда, Конституционного суда, благодаря чему я выучился и стал успешным юристом в Республике Алтай. Так вот, судом была возложена обязанность компенсировать неустойку и все судрасходы на почтовое отделение. Для чего я это вам рассказал, уважаемые подписчики телеграм-канала «Австрийский Алтайец»? Для того, чтобы каждый раз, когда касается ваших гражданских прав и свобод, то вы должны защищать свои права любыми разрешенными законом способом. И виновная сторона, усть-канское отделение Почты России, в то время мне организовали подписку, годовую подписку на журнал «За рулем». Так вот, находясь далеко-далеко в Австрии от Горного Алтая, хотелось бы показать пример успешного развития почтовой связи в Австрии. Я хотел бы, чтобы моя родина также развилась, но я думаю, что при нынешнем состоянии политики и возглавляющем усть-канском районе Ижере Елбакове, который, ну, на наш взгляд, не тянет на ведущее лицо в усть-канском районе, и преступниках, я открыто говорю, выражая свою точку зрения, что руководил усть-канским районом Григорий Пильтин. Он преступник, поскольку он вымогал деньги. 700 тысяч рублей с Айдара Толкачёкова, директора ООО «Авангард Группа». И подобного рода коррупционные связи в усть-канском районе, они расцвели необычайно. И пример, как работала почта, это не заслуживает того, чтобы алтайцы так жили. Подписывайтесь на наш канал, живите хорошо. Жақсы көресіз.